23 августа в столицу Татарстана на вокзал «Казань-1» прибудет туристический поезд класса «Люкс Императорская Россия». В столице Татарстана пассажиров поезда ждет знакомство с достопримечательностями исторического центра города и мастер-класс «Секреты татарской кулинарии». В студенческой поликлинике Казани прошла акция для сотрудников и студентов Казанского федерального университета по профилактике железодефицитной анемии. Готовые анализы были переданы терапевтам поликлиники, которые индивидуально проконсультировали участников акции. В поселках Казани по программе «Школьный автобус» устанавливаются опоры уличного освещения. В ближайшее время будут освещены центральные улицы жилых массивов Кадышева, Борисоглебска и Крутушка. В Туапсе завершилась летняя образовательная смена Академии творческой молодежи Татарстана. В ней приняли участие 40 человек из Казани, Менделеевска, Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска. 986 миллионов рублей субвенций в 2016 году выделило правительство РФ Татарстану на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 30 августа в Казани перед Дворцом земледельцев пройдет ставший уже традиционным 6-й международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Ученые Казанского федерального университета в составе международной научной группы опубликовали результаты исследований о том, как по темпам образования оврагов в разных странах можно судить об эрозии почв. В КФУ состоялась встреча генерального директора IBM Восточная Европа, Азия, Россия Андрея Филатова, генерального менеджера IBM Центральная и Восточная Европа Мишель Шарук и ректора КФУ Ильшата Гафурова. Гости ознакомились с инновационными внедрениями в научных исследованиях КФУ и возможностями взаимовыгодного сотрудничества. 22 августа ректор КФУ Ильшат Гафуров ознакомил президента Республики Татарстан Рустама Миниханова с достижениями Елабужского института КФУ. Были представлены лингофонные кабинеты, мультимедийные классы, лаборатории физико-математического направления. В Татарстане в ходе акции «Помоги своей школе» оказана спонсорская помощь на 16,8 миллионов рублей. Финансовую помощь школам республики в этом году оказали 582 благотворителя. В Татарстане спущен на воду 6-й корабль проекта «Буян-М». По завершении необходимых испытаний судно пополнит состав Черноморского флота.